Внешнее управление. Как это работает? Статья на антифашисте за 19 мая 2020 года. Александр Яблоков. Внешнее управление Украиной – устойчивый нарратив российской пропаганды. Об этом вам любой соросенок расскажет. За более чем 30 лет реализации американского проекта «Свободная Украина» контуры работы системы внешнего управления проявились настолько отчетливо, что это уже стало привычным явлением. Состоялось поэтапное внедрение управленческого типа в структуры власти страны. На ранних этапах была реализована базовая модель под названием «Кредиты МВФ». Очень простая и эффективная. МВФ выдвигает требования для получения кредитов, а многочисленные правительства и президенты страны пытаются их выполнить. Формируется иллюзия того, что экономика Украины полностью зависит от предоставления очередного транша. Переговоры по программе расширенного финансирования или «стендбай» становятся смыслом внутренней политики. Визит миссии МВФ – событием первостепенной важности. Размер транша – оценка эффективности управления. Так было при Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Порошенко и Зеленском. При диктаторе Януковиче сотрудничество с МВФ приостановилось, что до сих пор преподносится как одно из страшных преступлений тоталитарного режима. Требования МВФ отличаются удивительным разнообразием – от борьбы за права ЛГБТ-меньшинств и соблюдения прав интеллектуальной собственности до повышения тарифов на коммунальные услуги и приватизации земли. Программа модерирования финансового сотрудничества работала таким образом, что без очередного транша фонда страна оказывалась перед кризисом – экономическим и политическим. Сначала правительственные чиновники и президенты независимой нации стеснялись озвучивать требования МВФ. Они как бы ставили под сомнение субъектность внешней и внутренней политики. Но за десятилетия все к этому привыкли. И по мере проникновения соросят во все сферы государственного управления, а также создания прозападного симулякра гражданского общества из антикоррупционных активистов, работников медиа, волонтеров, креативного класса и ветеранов АТО, кредиты фонда стали рассматриваться в качестве естественного метода приобщения к глобальным ценностям мировой цивилизации. При президентстве Петра Порошенко система внешнего управления получила стремительное развитие. Можно сказать, это было время ее расцвета. Грузинские реформаторы, литовские эксперты, НАБУ, САП, НАПК, Национальный совет реформ с Бальцеровичем и конями. Появился единый куратор всех политических, экономических и финансовых процессов в стране. Вице-президент Джо Байден, видный деятель в кавычках демократической партии США. Контроль альянса соросят и демократов стал тотальным. Все это знали. Есть множество материалов на данную тему. Но до последнего времени почти никто не знал, как система внешнего управления работала на высшем уровне. Как именно решались вопросы между куратором нации и главным исполнителем воли стратегического партнера Петром Порошенко. Но все тайное когда-нибудь становится явным. 19 мая в агентстве «Интерфакс Украина» состоялась пресс-конференция депутата Андрея Деркача «Новые факты международной коррупции и внешнего управления». Факты действительно были представлены, да еще какие, все в лучших традициях конспирологии, шпиономании и прочих теорий заговора. Шучу. Опубликованы записи разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и госсекретарем США Джоном Керри, без всяких приставок «экс», поскольку на то время они были действующими политическими деятелями, а после публикации записей вполне могут стать фигурантами уголовных дел по госизмене и коррупции, как минимум. Очень доложу вам эксклюзивный материал. Откуда? По словам Деркача, записи делал лично Петр Порошенко. Видимо, для своей домашней коллекции. Всего было опубликовано 7 отрывков разговора Петра Алексеевича. Самая ранняя запись датирована 3 декабря 2015 года. Это разговор Порошенко с Керри. Затем были представлены записи бесед нашего Черчилля с Байденом, которые состоялись 18, 11, 19 февраля
22 марта, 13 мая и 16 ноября 2016 года. По утверждению депутата, аудиоматериалы были переданы журналистами-расследователями в рамках большого дела по международной коррупции. Ни малейших сомнений в подлинности записи нет, как говорится, не может. Я их прослушал и готов поклясться на шоколадке Рошен. Аутентичный Петр Алексеевич. Вылитый. Даже в англоязычном варианте легко услышать пафос, жадность и полное презрение к мелким людишкам, с которыми он вынужден общаться. Но Байден, конечно же, совсем другое дело. «Я всегда радуюсь, когда слышу ваш голос», — утверждает Петр Алексеевич. Сразу же после гнусавого голоса офицера по безопасности, который оповещает Джо, что Порошенко готов. Именно в такой тональности Порошенко общается с теми, кого считает равными себе, или же, если речь идет о деньгах. В случае с Байденом это фактически одно и то же. Самое главное, что следует из обнародованных фактов. Все поняли, как именно осуществляется внешнее, фактически ручное управление независимой, суверенной и европейской, и все это в кавычках, Украиной. Не каждый день приоткрывается завеса над тем, как один из мировых лидеров руководит колонией. Вы думаете, что Джо в завуалированной форме намекает Петру Алексеевичу на необходимость сотрудничать с МВФ и стремиться к высоким стандартам в работе правоохранительной системы? Угу, хрен там, все до предела цинично и понятно. Это была первая часть статьи, продолжение следует. Александр Яблоков. Внешнее управление. Как это работает?